В районе дачного массива на реке Пякупур, несмотря на прохладную погоду, многолюдно. Губкинские рыбаки собрались здесь, чтобы провести время на природе в кругу единомышленников, продемонстрировать свой опыт и мастерство в рыбацком деле, а также побороться за ценные призы. Общее число любителей рыбалки – 51 человек. Перед началом состязаний ко всем собравшимся обратился глава города Сергей Бурдыгин. Хочу сказать огромное спасибо организаторам и спонсорам этого мероприятия, Управлению по молодежи и туризму и, конечно же, нашим бессменным спонсорам Губкинскому союзу предпринимателей. Хочу пожелать, чтобы сегодня каждый из вас поймал свою золотую рыбку. Ни хвоста, ни чешуи. Всем удачи и отличного настроения. По команде судей участники турнира принялись бурить лунки. Рыбакам предоставили 2 часа на ловлю речных обитателей. Пойманных ершей и окуньков складывают в пакеты. После рыбалки трофеи будут взвешивать. Участники делятся своими впечатлениями и секретами хорошего лова. Подкормить. Вот. Ну, чтобы наживка была соответствующая, как бы, ну, определенная в этом. Ну и играть. Место уже искать нужно. И то глубине, она сегодня на глубине, завтра на мели. Самое главное – отдых здесь, понимаете? Это процесс. Готовишься к нему. Вот. Нет никаких секретов. Вот ловится, так ловится. Нет, значит, нет. Мы не первый год участвуем. Нравится рыбачить? 2 часа активной рыбалки пролетели незаметно, и судьи оповестили всех о завершении турнира. Полевая кухня открыла свою работу для всех желающих. Каждый мог угоститься гречневой кашей с мясом и горячим чаем. После обеда наступил самый ответственный момент – подведение итогов соревнований. Погода немножко была холодная, но ваш энтузиазм ее победил. Спасибо вам за участие. И дай бог, чтобы всегда ловилась рыба. Приятной неожиданностью стало то, что без приза никто не остался. Номинации были предусмотрены для всех категорий участников. Лидеры соревнований заняли почетные места. На 3-м Людмила Смирнова, поймавшая рыбы на 1372 грамма. На 2-м Дмитрий Кутузов, чьи трофеи на 1 грамм больше. Победителем соревнований стал Максим Данилов. Вес пойманной рыбы превысил 1600 граммов. Валерий Усманов, Денис Гимп, новости Губкинского.